Подарки от Муромского края. В преддверии Старого Нового года подписчики газеты приняли участие в розыгрыше ценных призов. Имена счастливчиков названы в день печати. Кто они? Далее в сюжете. Пришло время назвать обладателей призов. Сделаем мы это с помощью онлайн-генератора чисел и узнаем, кто же выиграл электромясорубку. Подписчик под номером 112. Под 112 номером Березина. С улицы Льва Толстого. Первым победителем розыгрыша стала педагог со стажем Ада Березина. В сфере образования она уже 60 лет. По словам Ады Павловны, газету «Муромский край» выписывает довольно давно. И с каждым выпуском любит печатные издания все больше. Поэтому предложение получать газету прямо в почтовый ящик ее приятно порадовало, как и новый выпуск. Звонит подруга Вера Александровна Никина, наш бывший историк. Ада Павловна, вы читали? Я говорю, нет, еще не читала, только принесла. Открывайте 13-ю страницу и читайте. Я говорю, спасибо. Вы среди призеров первые. Все время я с Муромским меридианом. Очень мне нравится то, что вы, видите, такие вещи разыгрываете, да? Такая прекрасная мясорубка будет у меня. Напомним, что в розыгрыше призов участвовали те, кто подписался в комитетах общественного самоуправления и редакции Муромского телевидения с доставкой газеты «Муромский край» на дом. Вот имена счастливчиков, которые были выбраны онлайн-генератором случайных чисел. Обладателем электромясорубки становится участница с фамилией Березина, проживающая по адресу улица Льва Толстого, 95. Фильтра для воды Рогозина, улица Пролетарская, 5. Электрочайника Щербакова, улица Московская, 85А. Пароварка у Маловой, улица Экземплярского, 14. А. Утюг Алексеева, улица Московская, 119. Мультиварка Карпов, улица Лаврентьева, 41. Соковыжималка Денисов, улица Владимирская, 40. Подарочный набор тарелок достается Цапиеву, улица Энгельса, 15. И Вишлянской, улица Пролетарская, 59. Кухонных весов Поликарпов, улица Красногвардейская, 65. Набор для торта Грибова, улица Лесная, 1. Забрать подарки можно по адресу редакции, улица Воровского, 43. Второй этаж с 9 до 18 часов. Телерадио издательский комплекс «Муромский меридиан» благодарит подписчиков и поздравляет со Старым Новым годом. Будьте в курсе городских новостей, подписывайтесь на любимую газету. Подробности по телефону 3-35-70. Регина Ломакина, Александр Барсуков, Новости Муром.